Всем привет, дорогие подписчики! Я очень рад, что ты смотришь этот видос, ведь он будет очень интересный. Тут я купил 3 аккаунта рандомных, каждый из них стоил по 40 рублей. Давайте будем смотреть, вошел я в плюс или нет. А если ты хочешь начать играть со мной на Black Russia сервере Red, то скачивай игру по ссылке в описании, вводи мой ник при регистрации и вводи мой топовый промокод Алонсо, и это все даст тебе очень много плюшечек. Эту информацию я оставил в описании. И еще, ребят, давайте же исправим вот эту циферку. Вы поставите лайк, подпишитесь на канал, нажмете на колокольчик, ведь 77% смотрят меня без подписки. Это как-то неинтересно. Ведь в моих же интересах, ну и в ваших, чтобы мой канал рос и я разыгрывал очень большие призы. И не забываем про розыгрыш в группе ВКонтакте, который я сделал в честь 1000 подписчиков. В общем, не буду долго мандить, давайте приступать к видеоролику. Приятного просмотра! И я думаю, многие уже задались вопросом, где же победитель на 30 рублей? Ребят, я меняю правила. Теперь 30 рублей будет выигрывать тот, чей комментарий под роликом остался без лайка. Ну и в этом видеоролике победителя не будет. А теперь приступаем к видеоролику. Поставь лайк, подпишись и нажми на колокольчик. Если ты не поставил лайк, то даже не смотри видос дальше. Шутка. Ого! Ну давайте залетели мы на первый аккаунт. И мы видим, что мы находимся в ГИБДД. И скорее всего, да, первый ранг. Но у нас 5 уровень и неплохая, кстати, сим-карта. Ребят, я не думаю, что этот аккаунт стоит 40 рублей. Ведь на нем всего 20 тысяч виртов. Маловато, маловато. Давайте посмотрим. Машины у нас нету. Здесь только первый ранг в ГИБДД. И все. Но если бы этот аккаунт купил бы какой-то другой игрок или даже ютубер, который сотрудничает с другим проектом для своего слива, то он бы мог натворить всяких делов и аккаунт бы забанили. Хорошо, а теперь приступаем к следующему аккаунту. И вот мы залетели на следующий аккаунт, и мы видим, что на нем всего 20 тысяч рублей. Блять, что ж так не везет? Ну, ё-моё. И статистику смотрим, второй уровень, сим-карта говно, и в принципе такой себе вообще аккаунт. Но есть машина, и эта машина ока. Я думаю, ее даже нету смысла ехать смотреть, потому что, ну, она дешевая, там тысяч, наверное, до 50 или 100. Ну, в принципе, мы не окупились, ребят. Давайте будем смотреть следующий аккаунт и будем надеяться на то, что выпадет что-то топовое. А по желанию ты можешь поставить на паузу и написать, выпадет что-то топовое или нет. И, кстати, это послужит тому, чтобы выиграть 30 рублей. Ведь именно твой комментарий может остаться без лайка. Ну а что, а теперь полетели к следующему аккаунту и последнему на сегодня. И залетаем на третий аккаунт за 40 рублей. И что мы видим? Мы находимся в очень козырном доме. И у нас на руках 220 тысяч. И в принципе такой дешевенький скинчик. 6 уровень и такая себе вообще никакая сим-карта. Но, ребят, тут уже хотя бы мы уходим в какой-то плюс. Давайте же выйдем из дома и посмотрим, где мы. Ну, скорее всего, мы на Рублевке. Рублевочка. Короче, хлопец играл какой-то козырный. Жил на Рублевке и имел 220 тысяч в кармане. А если тебе понравился этот видеоролик с покупками аккаунтов, ведь я знаю, что он вам очень сильно нравится, то не забудь поставить лайк, а обязательно подписаться, ведь это абсолютно бесплатно и ты можешь всегда отписаться. Всем удачи и пока. Да, купил 3 аккаунта, потратил 120 рублей и ушел в минус.